Уважаемая Дарья, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, все, что говорится о заглублении корневой шейки, относится только к плодовым деревьям, а как у хвойных? И чужих уст, говорю, страдают, если, допустим, глубже закопать. У кустарников все сказано относится к ним тоже. Значит, то, что заглубление коровой шейки, это не просто ошибка, это со стороны тех, кто это пропагандирует, это предательство натуральное. Корневая шейка, ее место, это самое, как она является самым важным, самой важной частью дерева, которая якобы и не существует, потому что на ней не написано, что она корневая. Это переход, она находится на границе земля-воздух, если семечко зашло лежа на земле. Вот. И она является самой крепкой частью, потому что кто-то из вас, среди нас много грамотных, они знают, что такое коррозия металлов, они знают, что, а это относится и к коррозии на живых растениях. То есть самое большее подвергается опасности, разъедания, гниения, это на границе сред. Вот. Для этого корневая шейка и служит. Так что с плодовыми 100% понятно. Отметка, которую не делает ни один питомник, потому что им это по барабану, что у вас погибнет. Вот. К яблоням относятся частично, закапывают глубже для дополнительных корней, но оно должно переболеть, да, об этом не знают. То есть плохо растет, думаю, так и надо. Вот. То есть этого даже яблоням не надо, а всем остальным вообще смертельно. У кустарников как быть? Да, смородину заглубляют, потому что она дает дополнительный корень, ее можно разделить, куст, и таким образом размножать. Вот. Но я считаю так, что Богом дано, у кустарников тоже есть корневая шейка. Точка. Вот. Идеальный вариант корневая шейка. Для размножения, пожалуйста, заглубляйте, получайте дополнительные корни, если вам куст не жалко, если у вас их много. Точка. Так, глоток чаю. Я не могу медленнее говорить, а материал огромный.